Ева Александровна. Просто Ева. Ну, детские группы у нас все заняты. А на более взрослые, типа стрип, хай-хилс, вот это все, мы стараемся тренеров немного другого формата брать. Это какого? Ну, более вдохновляющего, что ли. Ну, как вы, наверное, понимаете, нет. Не понимаю. Возраст. Нет, не подходите. Причина. Вы не замужем. А это репутационно очень для нашей студии важно. А так?